поехали. Taurus in his pocket. Oh, I wanna be friends with him. Мы полгода в Америке живем. Она решила звуки выучить. Акцент убираем. Молодцы. Ты почему меня снимаешь без разрешения? Не понимаю. Остановились у каучсерфера Антона. И, боже, как же это классно разговаривать со славянами. Ребята, гость на родном, ну, практически родном языке. Да? С одинаковым менталитетом, как же это здорово. Мы просто на этом небольшом диванчике просто наслаждаемся, потому что здесь прекрасно. Сварили рис, напекли блинов, проболтали от души. В общем, очень здорово, очень классное начало. Сан-Франциско. Мы наконец-то приехали с Аленой в Сан-Франциско. Здесь очень много вот таких вот красочных домиков. Все время моросит маленький дождь, но очень тепло. Очень много бомжей. Мы вчера вечером гуляли. Это немножко страшно. Вот. Много улиц. Таких, как будто бы какой-то недокадры фильма «Начало». Собственно, а кадры фильма «Начало». Вот так изгибается улица. Подъем очень крутой. Вот так вот выглядит Пирс 39. Вокруг очень много кафешек, магазинчиков, сувениров и людей. Первое, что нам сказали наши хосты, когда мы сказали, что мы едем в Сан-Франциско, это то, что мы обязательно должны приехать на Пирс 39 и покушать суп в хлебе, clam chowder. Вот, так что мы сейчас сидим в кафе Baudin. Оно по рейтингу оказалось самым высоким на данный момент. Будем пробовать. Пришли в место под названием Mirror Maze, это зеркальный лабиринт. Мы же надеемся потеряться здесь. Мы только что зашли в зеркальный лабиринт. Вот здесь вход. Уже нам страшно, нам выдали вот такие вот перчатки, чтобы не запачкать зеркала. Алена! Я поговорю с этими дамами. Итак, совет от Гарри Поттера. Она считает, что нужна соцуга. Она считает, что нужно переводиться в УЭС. Мы находимся на Lombard Street. Это та самая улочка, которая идет зигзагом до самого низа. И, кстати, здесь очень классный вид открывается на город. Но на нем надо прокатиться. Очень жалко, что здесь рано темнеет, потому что сейчас уже 5:30, уже темно. Поэтому мы возвращаемся домой, потому что вчера нам не понравилось гулять по темноте. Довольно страшновато. Сан-Франциско, made in USA.
Вот здесь мы катались на роликах, ребята, в церкви, прямо внутри. Итак, на третий день гуляния по Сан-Франциско. У нас наконец-то выглянуло солнышко! Сегодня хорошее настроение, потому что Антон нам сделал смузи сегодня с утра. Fresh. Из морковки, манго и яблочко. У меня волосы торчат. Мы пришли в Альта Плаза парк. Тут очень красиво. Совершенно случайно пришли в Palace of Fine Arts. Тут очень красиво. Мы уже подходим к мосту Golden Gate. Мы сидим на заливе Сан-Франциско около Golden Gate. Кушаем все запасы, что есть. Потом, наверное, будем жалеть. Здесь холодно, ветер. Много собачек и всяких семей гуляет. Алена даже вздремнула. Сейчас на смотровой площадке какая интересная ситуация произошла. Подошли русские, мы их, естественно, различаем по речи. К нам подходят и говорят, don't you mind taking a picture of us? Я говорю, легко! Она такая, thank you. Окей, okay. Я говорю, вслух, Алёне. Я говорю, они что, не поняли, что мы русские, да? Она говорит, нет. Ладно, фоткаю их. Отдаю телефон, она говорит, thank you so much. Я говорю, you're welcome. Окей. Okay. Вот так выглядит мост Golden Gate, когда ты стоишь на нем. Она такие, а у нас их нет. Благо, остановка наша была недалеко. И мы такие, выходим, никого не смотрим, выходим. Вот, но мы пока не в тюрьме, как бы, да? Супер экспириенс, просто топчик. За минут 10 до этого сильно я отсуждаю. А если бы мы тут жили, мы бы платили. После этого точно да. Он нас балует. Мы пришли в японский торговый центр. Блинчики с мороженым и с любой начинкой, которую ты желаешь. У нее киви манго, у меня кокосовый сорбет, шоколадная паста, нутелла и банан. Вы, наверное, слышали про Чайнатаун, а вот там сегодня показали Джапантаун. Здесь также живут все японцы, у них тут как отдельная маленькая страна. Теперь мы зашли в мексиканский ресторан. И пробовать будем теперь такосы. Это Антон, и он нас кормит. Будьте как Антон. Это у нас ночной зажор. Кауч серфинг. Особенно Украинин. Братья славяне. Так, я, конечно, не славянин, но... Но я выиграю. Но брат. Йоги, веганы. Вау. Давайте пробовать. Yes. Я тако как бы очень редко ем, особенно такие. В общем, мы едем в этот раз. За то, что катались без билетов. Нас забирают.
Выдают вот такие наушники с плеером. Сейчас начнем слушать на русском. Вот в таких душах мылись все заключенные, все вместе. Алькатрас находится всего лишь в 2 километрах от города, но вода настолько холодная, что это делает практически невозможным побег. Заключенные все время видели город и иногда даже слышали голоса и звуки оттуда. Камера размером, наверное, как купе поезда. Здесь жутко. И ничего не разрешалось, даже не повесить ни картинку, ничего. Нас с Аленой продолжается гастротур. Она не хочет, чтобы я снимала, потому что мы идем на лавочке. Но так же делают все нормальные люди. Какая разница, правильно? У нас блинчик с крабом. Isn't enough to love you, and one lifetime isn't enough to live.